Барып здесь. Барып здесь это вортнеш. Что я смешно говорю сейчас? Че, Мергургена уваки артен порцуме айрен хосел. Ага. Ես փորձել եմ իրա սովորեցնել հայերենը, քանի որ իր հայր լեզուն է։ Ինչո՞ւ չէ հասկանալ, որ ոնա же կալյանը գլուխ պրոստե, դա նաև ժը սխել, հա։ Ծխի եւ իմ կարծիքով այսօր պետք է խոսենք սերվիսի մասը։ Գուրգեն, ասես։ Почему бы и нет? Это очень интересная тема на самом деле. Если взять тот фактор того, что мы говорили в предыдущих сериях о том, то, что мы не будем заниматься тавтологией, не будем рассказывать то, что уже кто-то рассказал правильно, неправильно рассказали и так далее, не будем в это вникать. Очень важно знать именно подачу кальян. Почему? Потому что когда официант приносит еду, может быть, в еде есть какое-то искажение, какая-то проблема, какой-то минус и так далее, ты согласишься, она может исправить все, ну или он, абсолютно все, всю ситуацию, не знаю, влияет на психику гостей, не обманывая ни в коем случае, а именно влияя на психику, объясняя, что из-за чего так сделалось, почему, допустим, у шеф-повара появилась такая муза, и он сделал это совершенно по-другому, то блюдо, к которому привыкли, так то же самое здесь. Здесь такое же приготовление, здесь тоже такая интересная индустрия, где нужно иметь, грубо говоря, грубым таким словом скажу, нужно иметь нюх в работе, нужно иметь понимание, да, помимо всех критериев правильной забивки и так далее, преподнесения, нужно чувствовать именно, и чувствовать то, что хочет гость. То, как он заказывает именно кальян, это самое основное, ты, наверное, согласишься. От этого вот прям ровно 50% у тебя уже начинается понимание, что ему преподнести и какой сервис. Есть очень многие факторы того, нужно ли ставить его на стол, не нужно его ставить на стол, гигиенично это или нет, кому-то нравится, кому-то не нравится, удобно ли менять угли, в какую сторону поставить руку, понимание, сколько человек курит и кто из четверых сидящих за столом заказал именно один из кальянов. Да? Мы будем говорить сейчас о двух кальянах, то есть, чтобы понимать, кому куда трубка передается, чтобы у них не было неудобств. Поэтому формирование сервиса – это очень важно. Помимо этого, нужно иметь понимание в том, что кальянщик, он не просто кальянщик, он должен знать о заведении все. Он должен подсказать по любой тематике, абсолютно. Начиная даже от кухни, заканчивая от пароля Wi-Fi, там, режима работы и так далее. Я не говорю то, что он должен рассказать про какое-то блюдо именно, потому что лучше всего это сделает официант, который квалифицированный, который больше всего знает и который сможет продать больше, потому что мы сейчас говорим об интересах со стороны, грубо говоря, производителя, да, то есть со стороны бизнесмена, со стороны именно заведения, которое должно приносить прибыль. Поэтому мы учитываем интересы изначально именно со стороны бизнеса. Чтобы правильно сформировать хорошее место, чтобы сделать крутой ремонт, чтобы сделать, купить крутые кальяны и так далее, опять-таки это уже тавтология. Об этом уже все знают, все понимают. А ты сейчас видео, наверное, кажется. Да, я думаю, не будем, в принципе, об этом рассказывать и так далее. Делайте просто некоторые пошаговые действия. Если ты, лично ты, решил открыть кальянную, заведение в формате лаунж-бара, антикафе, не знаю, что угодно, там, кафе для своих резидентов, как угодно, только тех людей, которые не называют себя такими местами, чтобы обойти какие-то пункты закона, но ты понимаешь, о чем я говорю. Учитывайте тот фактор, квалифицированы ли вы, либо стоит заплатить человеку, который реально понимает суть в работе. Потому что от одного человека далее вниз по лестнице, да, по этим лифтам, грубо говоря, там идет директор, потом менеджер и так далее. От первого человека зависит все, какая работа будет поставлена, как будет человек разговаривать, любезность, пунктуальность и так далее. То есть
Артур, ты, наверное, вспомнишь, я говорил, что по 8 критериям можно оценивать человека по бальной системе. Даже премиальные какие-то такие вещи именно в сервисе, они очень важны, потому что по этим моим критериям, грубо говоря, можно было оценивать четко прямо работоспособность и квалифицированность данного работника. Поэтому в штате нужно иметь именно таких людей. Если они не нулевые, так неправильно говорить, если они начинающие, то намного легче. Это как бизнес, который, знаете, вот уходит в тыл, и ты его должен вернуть немножечко обратно. Конечно же, тяжелее. Конечно же, легче взять новое заведение, сделать его в своем формате, дать первые правильные ноты и продолжать играть по этой музыке дальше. Поэтому будьте к этому внимательны, смотрите на сервис. Мне абсолютно не важно, заведение, так сказать, вбухано 10 миллионов, 20 миллионов или 3 миллиона рублей. Понятное дело то, что уже неоднократно, и Антон говорил про это, неоднократно очень много людей об этом говорили, это как ресторанный формат, то, что все уже понимают, что ну, ресторан нужно открывать, там, не знаю, от 50 миллионов и выше, какие-то там, такие суммы. По Коляну могу сказать, что, конечно же, уже не хватает 2-3, иногда даже уже 4 миллионов, потому что индустрия продолжает развиваться, появляются новые аппараты, нужно их покупать и так далее. Не говорю про конкретно про этот аппарат, хотя я его очень люблю. Да, поэтому к чему я говорю, соответственно, про сумму вклада именно первоначального. Реально, на самом деле, не важно. Это будет, пусть это, они будут комфортабельными в плане дивана, пусть это будет удобный стол, пусть он будет на таком уровне, чтобы было удобно есть, если есть со стороны, не знаю, какой-то общепит или что-то такое, или не знаю, предоставление сервиса, разные этажи, все то, что не как-то мешает закону, не обходя закон и так далее. То есть какие-то такие моменты мне абсолютно не важны. Мне главное, чтобы мне принесли хороший, с пониманием, вкусный, тот Колян, который я хочу. Поэтому сервис важнее всего, реально. И мы это все понимаем, все знаем и стремимся к этому и так далее. Да, конечно, я не буду рассказывать про какие-то заведения, где мне не понравилось в Москве в плане того, что там крутой ремонт, а на самом деле по сервису ты понимаешь, что больше одного раза не пойдешь туда. Но могу сказать одно, что данного вида заведения, которое находится в экономически развитом месте, то есть геопозиция у них очень выигрышная, они абсолютно не парятся из-за гостей, понравится им или не понравится, будут стараться, но им в принципе без разницы, понравится тебе или нет, потому что таких, как ты, в день приходит 10, 15, 20 человек, и каждый день поток нескончаемый просто, каждый день просто нереальный поток, и без разницы, придешь ты второй раз или нет, по сути. Но это же, конечно же, неправильно, потому что все когда-то заканчивается, слухи идут, все распространяется. Я думаю, как и наши рассказы про блог, если вам интересно, помню, хорошо палец вверх. Ставь комментарий. Грюмэк, я шнуакал цунгу Ганджан, я с Норучун даже чешу наслать. Чего сэти, байц, авели, барам, масса мы сэти ты инчи эту асу. Шат это кирин, карцы ков мэр, это вот именно да шат это кирпит. Я сэр кузэнэй ми хавэлю манэл, бор Երբ որ կապ չունի, թե դու ինչքան ժամանակ ես աշխատում, ինչքան ժամանակ ես գտնում այդ գործի մեջ, կարևորը թե ինչ ձև ես դա մատուցում մարդկաց, այսինքն, երբ որ դու նարգիլ ես պատրաստում, եվ իմ կարծիքով պետք անես գործը այնպես, որ կյանքում չմտածես հետագա քայլերի մասին, այսինքն, մի մտածիր, որ վատն է, փորձիր ավելի լավը ու կստացվի քո մոտ։